Почините вывеску. А как я должен ее? А-а-а. Одноглазый эльф. Так, мне нравится какая? Мне нравится вот такая мне. Черный барабан. Злой гном. Красный эльф. Синий плут. Залатанный пони. Толстый гном. Вот, толстый гном. Вот это здорово. А какой значок у толстого гнома должен быть? Вот так пускай будет, да? Вот, неплохо выглядит. Так почему вывеска показывает сюда, а не людям внаружи? Это как-то странно. Открытие-закрытие таверны. Открывается таверна, чтобы могли зайти клиенты. А, для этого поверните столб с вывеской. А, все, понял. Теперь многое стало ясно. Возьми, вы хотите закрыть таверну. Хорошо, так, давай. А, вот там, она на задний двор приезжает. Все, понял. Это Эль. Эль в мешок. Мешок. Так, о, первый клиент, женщина. Женщина-люд. Или это эльфичка? Да нет, вроде человек. Смотри, насколько быстрое обслуживание будет. Одно пиво. Говно вопрос, держи. Вот это вот быстрое обслуживание, понимаешь? Вот это я понимаю. Так, и сколько у меня? 45 монет, да? И что, она вот так вот будет, а мне чем заниматься пока что? Правда, пожрать у нас нечего, настолько прибухнуть. Так, это кухня, да, вообще? Походу, здесь все можно потихоньку восстанавливать будет. Блин, где-то что-то мы еще прохерили, не нашли. Где-то мусор еще валили. А, вот. Хочу идеально чистую таверну. Так, здравствуйте, еле вам, да? Невероятно. Не хватает смысле, грязь на столе. Так, нужна салфетка. Так, подожди, а где мне ее взять? А, поднос. А, или... Что? Так, обслуживать гостей, зарабатывать деньги, это... А как мне убрать это? Так, ладно, обслужите еще трех лет. А почему? А, нужно... а что с этим делать-то? Блин, помогите! Что? Вот это убрать? В мойку? Что, я сделал, да? Все, пиздец, я не понимаю. Уберусь. Просто уберусь. Что? Швабры и стойку. Неси в мойку. А где мойка? А, вот мойка, наверное, да? Как тебя поставить-то в мойку? В смысле, сейчас не нужно? Мне это сейчас очень нужно. Так, может, воды надо? Воды, наверное, надо принести, да, сначала? Блин, клиенты уйдут. Слушай, клиенты уйдут. Меня этому не учили, мне не нравится. Быстрей, 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 быстрей. Что? Что я? Как ведро-то? Да какого хера? Ладно, попробуем еще ведро воды. Так, подожди, чтобы отпустить. Как пополнить-то ведро, как? А, вот, а чтобы положить. Уже, может, здесь можно положить? Нет. Это сюда, вот, все, Эль есть теперь, правильно? Да, походу... Перфект. Гуд. Ну, нормально. А, ночь. Да подожди ты со своей ночью, блядь. У меня клиенты не отпоены, не отпеты. Так, все нормально. Репутация растет. Все ок, все ок. А, блядь, тут говно какое-то. Алло. А, можно вот так просто, да, пройтись, и все нормально. Во, идеальная чистота, кстати. Все нормально, сейчас будешь бегать. Да все хорошо, подожди. А у меня, кстати, туалета нету в таверне, если что так. Ну, на секундочку, как бы. Так, вот это вот надо убрать. Во, все идеально. Так, один эль, один ель. Есть у меня один ель. Не, подожди, она... Ну вот, держи. Гуд, очень быстро. А, это из-за того, что я очень классно налил его, да? Чтобы она мне грязная процедура, приготовление, чтобы улучшить ведро с водой, нужен колодец. Жилкам на ручке колодца, прочее. Это все понятно. Рабочее место. Ну вот, рабочее место. А, типа ты хочешь, чтобы... О. Ты что, издеваешься? А, если вы закончите посуду, ну, заказ следит за количеством часов посуды, периодически мойте грязную посуду. Держи лукаем посуду, что продолжим. Вот, двигайте мышцы, грязь в воде. Хорошо, ладно. Но нужно ж всю грязную... О, нифига, он там мешок оставил здоровый. Нужно ж всю грязную посуду, правильно? Крик подобен грому. Дайте людям. Вот так надо как-то или что? Угу. Репутация, нужно говорить, чтобы поднять репутацию, чтобы развивать таверну. Чем больше клиентов вы обслужите, тем более известной станет ваша таверна.
Старается создать заказы за надлежащее качество или на репутацию, получит идеальный заказ, чаевые. Теряю репутацию за некачественную, за качественную чаевые. Так, нет, подожди, давай сперва повысить свою репутацию. Это каким образом я ее должен повысить? До сих пор помню, как мы с Андреем в баре сидели и плакались бармену. Это было забавно. Это была, знаешь, такая классическая посиделка в баре, прям ультраклассическая. Да, у нас самое быстрое обслуживание. Вы еще даже в дверной проем не зашли, а я уже, как говорится, вам тут стою, вот это наливаю. Перфект. Сука. Уже вот так вот, да? Подвальчик Ивана. Вообще идеально. Все, работаем. Так, новый уровень таверны. Улучшение, да? А что это такое? Выблагодарю с подноса. Ага. Расширенный интерьер, новые клиенты, новая мебель, новые декорации. 50 золота. Ну, в принципе, хватает. Супер гуд. Так, я не буду с ними общаться, у меня нет времени на это. Так, подожди, ну мы улучшили, и чё? И чё? И чё произошло-то от того, что мы... Осмотрите таверну, там, кстати, задание. А теперь я могу поставить новую мебель для клиентов тут. Закажите получить новую мебель. Ага. Откройте свой инвентарь, используя этап и выберите в нем мебель, которую хотите поставить. Так, если к вам пришла компания, они хотят сесть за отдельный столик. Убедить, что у вас есть подходящий стол. Для парочек вам нужен стол на два. Для 3-4 понадобится на 4. А одиночки у барной стойки. Ага, то есть мне нужен и такой стол, и такой, да? Так, ну только такой пока есть. Его больше никакого. А что? А у меня денег нет, 5 монет не хватает. Вот как раз и 5 монет подъехали. Блин, как можно вот так вот пить пиво, чтобы наблевать, понимаешь? Это как вообще? Вот как это возможно? Как раз, кстати, 35 монет ровно на стол. Так подожди, если я стол куплю, а у меня пива не будет. А, не будет. Вот сейчас вот с этого заказа, да? Крик подобен грому. Дайте людям рому. Так, вот там двое идут, у меня как раз две чашки еще есть. Блин, денег, кстати, дыра, я в натуре могу заказать что-нибудь. О, смотри, это близнецы, ни хрена, два брата-близнеца. Ну, давай, давай присаживайся. Нет, бутылки нету. Куда сам сядешь, куда брат посадит, давай. Новый уровень. Да я моща. Мне бы посуду, конечно, новую. Было бы тоже неплохо. В этом баре только покой. Я же снова здесь. Ага, что там, доставить декорацию? Наверное, здесь, да? Физически достать. Так, ну, я даже хрен его знает, куда этот фиг... Нет, стой, стой, стой. Давай вот здесь как-то аккуратненько поставим. Так, давай мусорку возьмем. 25 монет, нормально. Не-е-е-е! Подожди, а нахер она? А, типа еду говняную, да, туда упаковывать. Ну, 100 монет, это не так много. Теперь вы можете выбрасывать плохо полученные блюда, чтобы не подавать их клиентам. О, здрасте, а я вас не заметил. С утра пораньше, да, решили прибухнуть. Ну, ничего, мы тут таких не осуждаем. Мы тут благодаря таким живем, собственно. А у меня в натуре кто-то две чашки спит. Почему я принес две? А, я две за раз мою, наверное, да? Да, все, я понял, как это работает. Бум. Репутация у нас заебала. Давай спросим, что люди думают. Так, Гриш приперся. Гриш наследил. Ладно, это мы... Да что вы так подтираете-то? Куда вы столько-то, блядь? Можно по одному приговорить? Вы чё, блядь, алё? Ага, Мастер оф Сворд рыгнул, всё понятно, блядь. Так давайте вы как-то по одному, не, ребят, блин? Работай давай. Да работаю я, работаю. Да прекратите, алё, блядь. Ёпта, я ещё ни столы не протёр, ничего не сделал. Подождите. Да какой, откуда ещё новые, блядь, люди приходят, алё, блядь? Подождите. Там пиздец, очередь на улице! Остановитесь! Остановитесь! Кто это? Муратини, Мерлик, ладно. Сергиус и Сливки, ага, понял. Ладно. Купи новый уровень, подожди. Улучшение. Ну, декорация, что там, все, я улучшил. О, сральня! Сральник. Если у меня появился сральник, значит, в него кто-то будет срать. А если в него кто-то будет срать, значит, там надо будет убирать. Логично? Мне не нравится. Как будто бы это плохая идея была. О, зато выход появился. Чё они там? Суки, а? Кто здесь сидел? Тут Нора сидел, нет? Кто здесь сидел? Или Мастер оф Сворд? Кто насрал? Кто блеванул нас? Сука, пи***ц, воды нету. Так, Вадимка ушел. Вот Вадимка молодец. Вадимка даже не насрал на баре. Красава, брат. Вообще вопросов не имею. Лучше. Да что, несу.
Так, сковородка, главное оружие повара. Бар, левел 2, крюки. Улучшение рабочего имя. А, понял. Ой, там кто-то в говно вообще-то посмотрел. Ёбан-бобан. Но это не наши ребята, видишь, ника нету. Если ника нету, значит не наши ребятки. Давай как-то вот здесь вот у прохода в еб... Мать, ты в говно, ты в курсе? Вот так вот поставим, все идеальненько. Юталия! Аномалия! Юталия, песочные часы несла... А могу переставить, кстати, подобрать. Вот. Ля, 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 флюш, хмит, смаши... Смэш? Что? Прикать, ля... Хмит, а я не знал, что ты девчина красная, кстати. Все, всем все нравится, будьте любезны жрать. Ёбушки-воробушки. Кто-то нахлестался знаненько, там в туалете обосрались кто-то, по-моему, не? Алло, алло, алло. Алло, чат, алло, алло. Вот бар я хочу. Больше посуды, больше сидений за стойкой, лучше на рабочее место. Во. Вот это уже сексуальный конь, вот это я понимаю, вот это нравится. Блин, прикольная игра. И с тобой прикольно можно поиграть, мне нравится. Не понял. Я тебя только похвалил. А ты вот так вот, да, так это? Понятно. Два эля. Ладно. Что пожелаете, хозяин? Что пожелаете, хозяин? Что пожелаете, хозяин? Что пожелаете, хозяин? Фу. О, идет опять старая. Репутацию мне давать. Дник, давай быстрее, так это. Ну, ребята. Ну, быстрее, она идет. Оле, два пива, литры, длинная толстая сосиска. Ты давай, рот, ты это, занят, это там. О, чаевые, алло. Ты чё, Фокон, тварь, чаевые где, бля? Под гондон. Он еще и срать пошел сразу, а? Аккуратненько положим его здесь. Глендер может засориться, если ему прочистить. Фалкон, твою мать, блять! Как так срать можно, а? Идет, идет, смотри, блять. Ему забись, правильно, чё? Не ему, блять, говно убирать сейчас. Улучшение. Есть крюки для колбасок. Фига, у них там терпение, понял, блять. Они еще там выебаются, блять. У меня будут феи! Домик для феи. Каждую фею отправить выполнять одну работу. Например, мыть посуду. Для этого использовать отдельную фею. Угу. Так, у меня, кажется, у меня теперь появились... Ну, у меня пока нету, потому что нету до... Так, ладно, устроим потом. Наймите первую фею. Успеется. Фея-помощник левел 1. 200! Рабочего места. Улучшение рабочего места. Котел, улучшение рабочего места. Так, ну феи, по-моему, денег столько нету. Может, в туалете поднасрали? Пойдем проверим. Да, да, да. Ну, естественно, блядь. Естественно. Она причем, знаешь, типа вышла ровно... Да ты... Скажи спасибо, что я тебя просто не уебал сковородой. Серьезно, чел, блядь. Требую отзыв. Да сука, ну ты задрал! Я его сейчас в натуре. Я не выдержу, душа поет. Ну что это такое? Что это? О, мастер of sword. Второй раз, кстати, приходишь. Ну что, мастер, рассказывай. Вежливый хозяин. Это ты про стрим? Рассказывай, что как. Я сказал, рассказывай, блядь. Рассказывай, блядь. Ладно. А чё он стоит? Чё ему надо? Я передал долг в ваш таверны, умирая от жажды, и прошу всего лишь холодной воды. Сейчас принесу, подожди, благодарю, я тут подожду. А, просто типа ему набрать воды и принести, да? Так, ну держи, вон все. А, нифига, плюс 20 репутации, нормально. Слушай, ну, игра реально прикольная, типа. А еще прикольно то, что можно чат обслуживать. То, они что, на стриме не очень знают, что чаевые в игре не очень. Типа такое. Ух, ебать, это что такое? Шагом раз в ногу, шагом раз, два, три. Что это, блядь, за загрян отряд пивко? А кто-то вон даже не стал сидеть, просто тупо пошел всрать. Братан так хороший, знаешь, как найти папирос. Вокруг тебя люди, которые хотят тебя поздравить с днем рождения и подарки подарить. Пожелать тебе удачи, отлично время провести. Тебе уже 17, можно тортику купить, все заброшки посетить и по крышам походить. От охранника бежать и весь день угорать, ведь круче твоего дара ничего не может стать.